В 2015 году впервые в Бресте прошел конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Большое событие с легкой руки его идейного вдохновителя Лилии Батыревой сразу же получилось международным. Тогда показать свои выдающиеся музыкальные способности в наш областной центр приехали виртуозы-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 конкурс пройдет в четвертый раз. До 27 февраля формируется список участников. Жюри уже создано, в него войдут мэтры сцены из Беларуси, России, Польши. Об этом и многом другом рассказали накануне журналисты в рамках пресс-конференции организаторы конкурса. Вообще конкурс, конечно, серьезный. Конкурс профессионалов, он пианистов. Там детей нет, там взрослые люди. Две категории: 16-19 лет и 20-25 лет. Конкурс пройдет в два тура. Первый тур отборочный и второй тур. Старт большому проекту будет дан 13 марта в стенах музыкального колледжа имени Ширмы. Здесь же пройдут все отборочные этапы. Финальный концерт запланирован на 20 марта. Мероприятие состоится в Академическом театре драмы. Гостей праздника музыки ожидает большое количество приятных сюрпризов. Организаторы в лице представителей Брестского горосполкома, областного музыкального общества, Государственного музыкального колледжа имени Ширмы уверены, что после длительного периода пандемии конкурс станет очень приятным и волнительным событием. Важное искусство. Но из всех искусств самое сильное воздействие на нас оказывает только музыка. Почему? Потому что она ранит наше сердце сразу. Она попадает в сердце, в мозг, в душу. А не остальные все искусства потом уже. Мы слышим слово и тоже реагируем. Мы видим картину, тоже на нее реагируем. Но это не сразу. А музыка с первого звука нас захватывает. Мероприятие пройдет в соответствии со всеми требованиями эпидемической обстановки. Приглашения уже разосланы во многие профильные музыкальные учреждения мира. Победители международного конкурса, кроме ценных подарков, получат денежные премии. Их размер уже утвержден горосполкомом.